кожного ранку ми віщуємо вам, точніше розказуємо, що віщують зірочки для вас, а сьогодні розбере цю всю інформацію і розкаже навіть, як вплине, чи буде в цілому впливати на нас місячне затемнення, розкаже нам Олексій Кириченко, це астролог. Доброго ранку. Доброго ранку. Здравствуйте, слышно меня? Так. Нарешті ми вас чуємо. Благодарю. Так, намагаємося трішечки підправити зв'язок. Мені здається, вже місяць починає впливати. Так, тоді виникає запитання до Олексія. Олексій, на що ти? Да, я вас слышу. Трішки проблемки зі зв'язочком у нас сьогодні. Чи ви нас чуєте? Я все слышу. Так, тоді давайте спробуємо одразу розібратися, взагалі, що таке місячне затемнення, бо фраза, це словосполучення викликає одразу купу запитань. Чи безпечно це? Смотрите, давайте вместе розберемося. Затмение – это когда Луна попадает в тень Земли. Луна попадает в тень Земли. И можно аналог сказать, что затмение – это как тень. То есть, как тьма, но если сказать свет, луна освещена, эта луна попадает в тьму. То есть затмение – это отсутствие света. Потому, естественно, в момент затмения люди, хуже что-то осознают. Меньше света. У меня возникает запитание. Скажіть, будь ласка, а чи не захочеться співати, там вити на місяць в цей день? Чи це все ж таки просто якийсь звичайне коливання? Звичайний стан. Так. Лунне затмення – це повнолуние. От зараз, якщо ви вечором бачили луну на небі, то вона повна. Тому, дійсно, це повнолуние, тільки усилене. Смотрите, хочу сказати, кратко важное, вот в чем влияние лунного затмения. Луна – это магнит, потому что она примагничивается к Земле. Потому в астрологии Луна означает наш магнит. Мы в жизни магнитим что-то. Магнитим каких-то людей, близких людей, друзей. Чему-то притягиваемся. У магнита пропадает магнит. То есть мы не можем контролировать какие-то ситуации, не можем их удерживать. И они размагничиваются. Это как электромагнит, убрали электричество. Железяки, которые прилипли к магниту, отходят. Потому говорят, что это за железяки. Это наработки наши, то есть наши кармические прошлые ситуации. Потому в момент затмения мы перестаем контролировать ситуацию. И вот эти вот какие-то примагниченные вещи к нам, наша карма примагниченная, она начинает выходить на ситуации. Потому в момент затмения можно увидеть, какую карму мы заработали. Если с нами происходят неприятности, то какая-то плохая карма. Если хорошее что-то происходит, то какая-то хорошая карма. Но в общем и целом контроль во время затмения уменьшен. Потому что поток прерывается. Представьте себе, как завод работает какой-то, и электричество отключили. Uh-huh. А там какие-то процессы идут, какие-то станки включены, и вот бах, они обесточены. То есть потому время реально кризисное. Какие-то ситуации обестачиваются, и может быть проблемы. Потому в период затмений желательно быть более внимательными, более следить за ситуациями. Затмение – это не страшно, еще такая рекомендация во время затмений. Не стоит совершать действия, исходя из страха. Uh-huh. Есть игра слов. Свет и тьма. Страх – это тьма, отсутствие знания, отсутствие любви. Потому рекомендация астролога такова моя, что если вы совершаете действия, исходя из страха сейчас, то это проблемно. То есть желательно или не совершать в момент затмений действий, исходя из страха, или совершать их, исходя из любви, каких-то светлых чувств. Если уж вас втягивает ситуация в ней участвовать, это значит, что она кармическая, вот эти всякие, как я сказал, железные опилки от магнита, которые без магнита идут тебе как ситуации, то в них надо участвовать, это значит, мы такую карма, но это то, к чему мы пришли. То, что мы, чем мы являемся на данный момент. В период затмения сложно что-то скрыть, потому что вот эта вот карма, она проявляется через здоровье, через что.
Теперь по астрологии лунное затмение, оно сейчас знаки зодиака Телец. Потому, естественно, больше всего проявляется карма по темам Тельца. Uh-huh. Тема Тельца – это деньги. То есть если вы сейчас боитесь чего-то, исходя из денег, вот не надо этих действий совершать. Ну или как-то внимательно смотрите, что вы делаете. Ой, я боюсь там вклад забрать. Ой, я боюсь, потому надо вложить вклад. Я боюсь, потому с деньгами надо что-то сделать. То есть вот эти «я боюсь» – это все на контроле надо держать в период затмений. Угу. А скажіть, будь ласка, ось ви сказали про Тельця, саме знак зодіаку. На які ще знаки, як він буде впливати? Можливо, на когось позитивно, на когось не так позитивно, як би хотілося? Більше всього впливає на Телець і противоположний знак зодіака Скорпіон. Но этим не ограничивается. В жизни всех людей есть темы Тельца. Деньги, имущество, собственность, земля. Вот сейчас, кстати, затмение же влияет не только в день затмения, а за месяц, за два. И вот сейчас осенью в Украине тема реформы земли активизировалась. Вот Телец, знак зодиака стихии земли. Ух ты! Цікаве таке поєднання. А що ще нам чекати від самомісячного затемнення? Крім там карми цих магнітних всяких коливань і тому подібне. Смотрите, Луна – это то, что очень быстро изменяется. С чем она в резонансе? Она в резонансе со стихией воды. Все течет, все изменяется. Лунные фазы – самое быстрое небесное тело. Быстро движется, то полное, то еще что-то. То есть притягивает воду на земле, океаны. То есть резонанс со стихией воды. Человеческое тело на сколько процентов состоит из жидкостей, потому вот влияет на здоровье через кровь, через всякие жидкости тела. В общем, в период затмения и так энергия Луны ослабляется, потому что закрывается поток. Ну это как вот так вот мы живем в период затмения. То есть... Я еще сравниваю период затмения, как ехать. Я говорю людям, представьте себе, что вы едете на автомобиле с этим, с газетой на лобовом стекле, и вы чего-то не видите. Вы думаете, что вы все видите, а вы чего-то не видите. Потому если вы сейчас принимаете решения какие-то, имейте в виду, что что-то, каких-то факторов вы не знаете. Вы решаете, исходя из неполной информации. Как затмения пройдут, то тогда информация дополнительная появится. А сейчас, сколько-то процентов информации закрыто. Ви знаєте, ми сподіваємося, що ніхто не буде сьогодні закриватися ось так від інформації, що все ж таки ми будемо усі відкриті місяцю, він це зрозуміє, як буде з нами в позитивному діалозі. Ми хочемо вам подякувати за цю корисну інформацію. Так, і хочемо нагадати, щойно нам Олексій Кириченко розказав, що нам чекати від саме місячного затемнення. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Так, і ми надалі будемо дивувати вас цікавим та якісним контентом. Не перемикайтеся, будьте на нашому YouTube-каналі «Правда тут».